Праздновали сегодня не только в общеобразовательных школах, СУЗах и ВУЗах. День знаний отметили в школе Самбо-Четра. Поздравить воспитанников приехал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. 10 лет назад два тренера по самбо начали заниматься с ребятами из ближайших учебных заведений. Так началась история школы, которая подарила республике сотни спортсменов. 88 кандидатов в мастера спорта, 19 мастеров спорта и 2 мастеров международного класса. И могу я отметить, с каждым годом показатели наши ребят, которые занимаются, которые участвуют на разных чемпионатах, показывают хорошие результаты. Я абсолютно уверен в том, что в перспективе от наших ребят будут чемпионы не только России, не только Европы, не только мира, но и олимпийские чемпионы. Максим Иванов занимается в этой школе с самого открытия. Сегодня он обладает званием мастера спорта международного класса. На его счету победа в юниорском первенстве Европы в 2012 году. А за первое место в первенстве мира по самбо среди юниоров, которое проходило в греческом городе Салоники, сегодня Максиму вручили сертификат на получение квартиры. Давно ждал этого подарка. Даже и не верилось, что такое может быть здесь. Хороший зал, и мне кажется, в этом зале воспитается еще больше чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. Все есть, чтобы мы выигрывали на всяких всероссийских и международных соревнованиях. К 1 сентября школа преобразилась. Отремонтировали спортивный зал, раздевалки душевые, куплен спортивный инвентарь, установлена новая вентиляционная система. Для преобразования затратили 4,5 миллиона рублей. Хорошая инфраструктура помогает в реализации основной задачи школы – привлечение детей и подростков к занятиям спортом. Сейчас в школе под руководством 8 наставников тренируются 820 юных самбистов. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.